всех участников дорожного движения поздравляем с наступающим Новым годом. Не забывайте, что у школьников скоро начнутся зимние каникулы, и количество детей на улице увеличится. Уважаемые водители, помните, что дорога становится особенно опасной во время смены погодных условий, когда на проезжей части появляется лед. Необходимо заблаговременно забавлять скорость при приближении к пешеходным переходам. Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти проезжую часть, нужно убедиться, что транспортное средство остановилось и собирается вас пропустить, и только потом начинать движение. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы на дороге.